значении имени Гульнар. Представители этого имени обладают врожденным чувством справедливости, предъявляя жесткие требования не только к другим, но и к себе. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Эти люди умеют разделять и классифицировать. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Люди с этим именем отражает полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Звук «У» дает человеку активное воображение. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Обладатели этого имени по своей природе часто страдают от нетерпеливости и поверхностного отношения к проблемам. Им очень сложно завершать начатое. Дела. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.